Да, студио, да, добро се слушаме. Драги гледачи, само сакам накратко да ви известам дека подготовките за изборите течат во најдобар ред. Се е под контрола, а во неколку гаражи како ова се организираат суви тренинзи, во кои што овакви импровизирани гласачки кутии гласачите може да вежбаат кого да заокружат. Во моментот стојам со главниот посматрач на најјаката фирма за посматрање, Субрата Turban Association, и сега ќе му поставам едно многу директно и провокативно прашање. Господине Лави, дали вие како главен посматрач имате у план да испосматрате некои ситни неправилности кои што нема негативно да влијаат на текот на гласањето? Ја рул ме да нокида са. Ме аке во прешам хо чука. Ме ро ро дехе кама карато, ро сере отке жао, идда каро, идда каро, идда ни, идда ни. ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਐਂਡ ਜਿੰਜਰ ਚੱਕ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਐਂਡ ਜਿੰਜਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਿਸਤੀ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੁੰਗਲ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ Драги гледачи, да ви кажам најискрено, ја овој ништо не го разбрав. Студио?